каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнина с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию по Undertale, называется она «Сексуальный Undertale», вторая часть, окей, что же в этот раз, погнали смотреть. От любви становится липко в промежности. Ты должен победить меня в бою. Какой это трэш. Ториэль, не буду я с тобой драться, ты ж, блин, козья-мамка. Козья-мамка. Посмотрим, сейчас только... А, хорошо. Ай, больно. Ой, я тебя не отпущу. Ау. Сражайся. Никогда. Я не забуду, что ты... Ау, ау. ...для меня. С Пикачу ау. Все было куда проще. Не смей сравнивать меня с клоном Пикачу. Ладно. Может, тебе здесь не место. У меня дома. Заперти с пирогами и книгами о том, что происходит с телом во время месячных. Стоп, какими книгами? Что? Иди же, прелестное дитя, и да избавит тебя флирт от порочного, но праведного матриархата. Просто знай, детеныш. Человечий. Если ты уйдешь, то вернуться не сможешь. Моя любовь живет по правилам. Я понимаю. Выбирай мудро. Потому что пусть это место и кошмар, но они... И он ушел. Да, логично. Жду не дождусь записать все в дневник. Да, ушел. О, приветик. Боже мой, кровать. Эй, с сердечком. Подсолнух. Я вижу, ты сбежал подсолнух. Из постелочки и... Так, так, так. Кое-кто уже больше не девственник, верно? What the fuck? Боже, ты наконец уступил. Что за херня? Флирта. Чего ты добиваешься, Флауи? Разве не очевидно? Полного геноцида. Так и знал. Но ты сам вырыл себе яму, потому что флирт сделал меня сильней. Я видел такие вещи, какие ни один ребенок не видел до возраста согласия. Я пропитан любовью, и я никого не смогу обидеть, пока я люблю. Никогда! Никогда! И еще я курю, отсоси, папка! Вот и началось мое приключение, подарю любовью всех, кого я... Боже мой. А почему Флауи живет у Ториэль? А, логично. А это что? Полупансион. О нет, камера! Сопротивляйся провокационным позам! Боже, не могу сдержаться! Кто здесь? Ты что-то рано повернулся. Ну, похоже, нас обоих застали с рукой под юбкой. В твоих краях так говорят? Это импровизация. Может, отвернёшься и начнем сначала? С удовольствием. Приветик, я Санс. А, какой противный звук. Старая шутка, превратил руку в подушку-пердушку. О, я Санс. Окей. Я Санс уже говорил, что я Санс. Верни мне руку, верни руку! А, да, ща. О, слава богу. Секундочку. Боже мой, за что? Старая шутка, превратил подушку-пердушку обратно в руку. Но нет, попался. Верни, как было! Хватит ржать, это не смешно! Пердёж, это всегда смешно. Спасибо. А теперь, с твоего позволения, я пойду своей дорогой. Извини, а ты случайно не человек? Человек. Я случайно человек. Человек. Дружба под угрозой конфликта интересов. В моих краях друзья не превращают руки в пердушки и даже сидят за такое. Ну, только даже сидят за такое. Человек, я должен задержать тебя. Согласно моим секс-предпочтениям, нет. Ну, ты мне типа нравишься. Но мой брат, папирус... Суть в том, что мой брат, папирус... Не так добр, как я, у него фиксация на детоубийстве. Убийстве детей. Ну, я давно уже не ребенок, но меня вполне можно зверски убить. Боже, вот и он! Чего ты лыбишься? Прости, прости, инстинкт. Скорей, прячься за тем кустом за лампой. Лампа побольше будет, можно... Живо в кусты! Мы будто два разных куста видим. О, перелом позвоночника и надеялся тебя избежать.
Брат! Брат? Найс кусты. Обожаю эту фишку. Я смотрю, ты здравствуешь, хоть и не раскрыл загадку за 14 дней и 27 минут. Брат, еще раз. Не все так любят загадки, как ты. Эй, а что тут делает эта лампа? Ой, доставь ее в покое, она делает свое дело. Может и так. Может быть. А может, это замаскированный человек? А может, и просто лампа? Хе-хе-хе, так и знал. Лампа, я был прав. Так, ты сюда пришел ради чего-то конкретного? Нет, ну, человека вообще не видно. Супер прятка. Можешь выходить. Прям Metal Gear Solid. Надо же было персонажа вести. А ваша неизбежная встреча с ним по приоритету в самом низу списка. Но ты лучше уходи, пока он не вернулся. А он вернется? Только если мы захотим создать дутое напряжение у зрителей, чтобы... Скорее в кусты он идет! Ха-ха, да я шучу! О боже! Хватит превращать мои руки в пердушки! Опять руки в пердушки, кайф! Шутку, не повтори эту шутку! О, интересно, что здесь? Вытащи меня отсюда! Так, точно! Перчатка! Эй, сучонок! Пьяный петух! Пьяный петух! Или ты будешь смеяться, или я... Или я займусь... Йогой! Прости, но у меня со смешинкой уговор смеяться только над смешными шутками. Ну, так я сейчас тебя рассмешу! Как назвать мышь без ног? Не знаю, как. Обузой для местного завода, который трудоустраивает только мышей. Отстой! Я могу шутить по-немецки. Ну, попробуй. Шутить по-немецки? Эспаньол! Прости, но ты просто сказал испанский по-испански с русским акцентом. Надо было итальянский. Черт побери! Если я посмеюсь, ты отвянешь? Или да, или помру. Ха. Ха. Честная сделка. Ха. Окей. Должен сопротивляться призрачным сиськам. Призрачные сиськи, боже мой. Угадай, чего не одолела похоть? Меня! Боже ты мой! Вот блин. Это же... Чёрт. Санс. Это человек? Это... Может быть человек? А может это какая-то мелочь, которая похожа на другую мелочь? Боже мой, это человек! У него зубы! Любит он зубы. Они честь загадки. Любит он зубы. Мне надо отлучиться по делам. Мне надо... Надо всем рассказать. Походу это лучший вторник для него за месяц. Я в беде? Нет, ты в свитере. Хватит. Окей. Надо по фану. Всех, кого встречу, ну и палки им кидать. Ну, мой братец точно захочет драться. Так что запомни. Увидишь синюю атаку, стой смирно и не двигайся. И все обойдется. Понял. Если забудешь, то подумай об этом. Не, я понял. Синий на 606 частоте светового спектра. Не бить, когда вижу синий. 606 это телефонный код Северного Кентукки. Да я и так все понял. В Кентукки находится Апалачи, который Дэниел Бун пересек в 1775 году, чтобы открыть новые штаты. Я уж забыл, о чем мы говорили. А тому, кто выпьет вино 1775-го, грозит явная смерть. Настолько оно старое и горькое. Синий это смерть. Если увидишь синий, беги со всех ног от смерти! Усёк? Ублюдок. О, Снеговик! Хай-ухай! Ну, привет! Хай-ухай! Меня зовут Снеговик, но сам я считаю себя всемирным путешественником. Но из-за отсутствия рук, ног и ужасного расизма я никуда не хожу. Ужасного расизма. Я хочу взять кусочек и попутешествовать с ним, чтобы исполнить мою мечту. Конечно! И-хоу! Отлично, у меня под животом есть комочек свежего снега. Глаза! Ты мне, блять, вырвал глаза! Зачем ты это? Чтобы решить загадку, мне нужно просто пройти перед прошаром. Да, но удачи. Ты никогда. Так, держать. Загадка была настолько унылая, что пройдя половину, я забыл, в чем ее смысл. Ты еще следующую не видел. Найди слово гастер, 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 гастер. Как у него это выходит? Это просто невозможно. Чуешь? Да, чую. Не девственник. По запаху он переборщил с флиртом. Оф. И с каких пор девственность можно почуять? Скажи. Мы ведь слепы. Ты пес, зверь или человек? Пес? Я ему верю. И я. What the fuck? Птинка. А дома лучше. Ого, настоящая головоломка. Она самая. Мне кажется, она не должна считаться. Не ты ведь ее придумал. Что? Ты обвиняешь меня в подлоге? Но это очевидно. А вот и нет. Их продают и в моем мире. Вранья. Да тут и ценник сбоку. Я сам приклею для достоверности. Ты бы в жизни не придумал головоломку, рассчитанную на кого-то интеллектом выше детсадовца.
Нет, блин, это головоломка. Она такая сложная. Да как мне ее решить? Подсказать? Похоже, не обойтись. Подсказка? Это, в общем, ну... А сам решить не можешь. Да, да. Но... Мастер головоломок. Боже мой, ты смог! Все одного цвета, я в тебя верил. Это камень. Ты сделал все стороны серыми. Раз так, то они были серыми изначально. Проблема лишь в том, что это камень. Да, я справился. Выкуси, идиот. Ух, каким бы милым он не был, но он такой тупица. А то... Ладно, это головоломка последняя. Ну да, тупица. Слушай внимательно. Когда я нажму эту кнопку, плитки на полу изменят цвет. Тебе нужно добраться оттуда сюда, не померев. И вот что значит цвета, слушаешь? Да. Слушай внимательно, цветов-то много? Я слушаю. Цветов-то много. Сказал, слушаю, урожай уже. Ладно, цветные плитки заряжены особым током, который дернет только твои ногти и гениталии. Коричневые плитки заполнены ядовитыми змеями, которых зовут Геральт. Фиолетовые создают новые плитки на Ламоди, которые заполнят твой мейл спамом. Не уверен, что делают пурпурные. 4 часа спустя. Но бирюзовые плитки издают тебя как бы пердеж, а красные тебя хвалят. Все понял? Все, пошел. На интереса, что будет? Если хотите, чтобы шоу продолжалось. До следующей серии. Ну, это по фану, на самом деле. Блин, это прикольно. Ребята, ссылочка на озвучку в описании, все как обычно. Третья часть уже вышла, я ее посмотрю обязательно на днях. Если вам понравилось, ставьте лайк, не забывайте. А если вам понравилось тоже анимация, также не будьте подписаться на тех, кто их кто ее озвучивал. Это Оружий Пес. И вообще будьте молодцами. Там подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте, на, вообще на канал подписывайтесь. И всем пока-пока.